Итак, друзья, я вас категорически приветствую. В игре NFS Most Wanted 10. Эта игра пока находится в стадии закрытого бета-теста. Сегодня у нас 1 апреля. Мне выдали эксклюзивный ключик. И, короче, я сейчас буду тут гонять, убивать и... Да. Так, кстати. Как будто, чтобы никого не задеть. Как назад быстренько глянуть. Не хочу я переключать. Ладно, пофиг. Да куда ты? Куда ты едешь? Скажете вы. Ну, извините, такое здесь ущербное управление. Ага. Ну, вот, вот, вот она NFS, которая она должна быть. И хрен, который плетется 20 км в час. Так, как здесь бибикать, а? Давай, давай, поехал. Боже. Бабушка! Отдайте внуку машину! Так, пошел в очко, ты мне должен уступить. За пределы проезжей части. Еще управление здесь было такое, знаете, попонятней. Нафиг я попёкся за этой бабушкой. Эй, бабуся! Это, короче, НФС, ты это, побыстрее есть. А то, короче, народ нас не так поймет. Не будем дрочить двигатель. Вот столько вот нормально. Так, ладно. Нормально. Ладно, пока нету машин, можно проехать. Я могу, в принципе, и там развернуться, но... Да иди ты в очко. Не был включен левый поворотник при перестроении. Так, нормально. Так, превышать, наверное, не будем. 56 едем, и нормально. Так, уступить дорогу. Давай, есть. Да, ты чё, слепой, что ли? Как там? Эрон-дон-дон. Да какой левый тебе поворотник? У меня он руль крутит, как будто бы он, я не знаю, 13-летняя девочка-девственница. Ой, тихо. Левый поворотник при перестроении. Да ну же, хрен с ним. С вашим левым поворотником. Ну хотя бы уже не глохнет. Это я просто пытался уже записывать серию. Там вообще это тихий ужас был. Так, давай проезжай. О! Не был включен поворотник. Поворотник, не поворотник. Здесь просто управление откалибровано. А что-то я двигатель дрочу. Снизьте скорость. Снизьте скорость. На 1 километр превысил уже. Снизьте скорость. Вон мент как поехал там. Вообще там краев не видит. Там 80 выжил. Так. Снизьте скорость. Да ладно. Я же с горочки качусь. О. Так, поехали мы в какое-то, походу, заднее Камышево.
заднего Камышева. Как видите, церковь здесь стоит. Наша такая православная. Боже, как они на тормоза жмут? Там потихонечку так тык-тык-тык-тык-тык. Так, ну давайте. Ладно, давайте без давайте, прямо поедем. Ты кому бибикаешь? Ты чё, хотел налево, что ли, поехать из первого ряда? Кому там реально бибикаешь, дядя? О, моя любимая кольцевая. Терпеть не могу кольцевые. Вот это он, вот это первый раз, когда он мне по делу сказал. Так вообще пацан нечеткий. Увеличьте дистанцию. Блин, не то втыхнул. Да едь ты спокойно, не бойся. Увеличьте дистанцию. Вы попали в ДТП. Так, смываемся с места преступления. А то сейчас 3 звезды нам дадут. Как ты перестроился? Увеличьте дистанцию. Проезд в неразрешенном направлении. Да ладно тебе. Правый поворотник при выезде с кольца. Знаешь, что мне там надо было, если на разворот. Увеличьте дистанцию. Перед кем? Перед ним, что ли? Который справа в первом ряду ездит. Так, конец главной дороги. Увеличьте дистанцию. Не был включен поворотник. Дистанцию. Да ладно, нормально, по-моему, дистанция. Не был включен правый поворотник при повторении. А что это было такое? Увеличьте дистанцию. Не был включен левый поворотник при перестроении. Не был включен левый поворотник при перестроении. Еще здесь скажу, что поворотник не включил. Я вообще тут на пол упаду и буду кататься по полу. А, поехали отсюда лучше куда-нибудь за город. Потому что я не выдержу. Стопе, нормально. Наша дорога. А, вот сейчас вошел вообще как боженька. Снизьте скорость. Вот хрен тебе. Все, теперь могу ехать нормальной скоростью. До 90 км в час. Вот с такой скоростью вот по этой дороге надо двигаться. Чего они там ползут? Даже вот с такой вот, сейчас покажу. Вот с такой скоростью средняя двигаются по таким дорогам. Проезд в неразрешенном направлении. Не был включен левый поворотник при перестроении. Проезд в неразрешенном направлении. Там был знак «Уступи дорогу». Я посмотрел, чтобы слева никакой придурок не ехал, и поставил поворотник, и поехал, собственно говоря. Так, а вообще вот так вот надо ехать.
попали в ДТП. В кого я попал? В кого я попал? Ни хрена себе! Вау! Как видите, это НФС, она еще такая недоработанная прям. Движение по встречной полосе. Ну, сольки. Ой-ё! Можно тут... Вау. Земля в иллюминаторе. Земля в иллюминаторе. Видно? Та-та-та-та-та-та-та-тан. Та-та-та-та-та-та-тан. Та-та-та-та-та-та-та-та-тан-тан. Как он так круто? Смотрите так. Чух! Фух! Я так даже не могу. Вы попали в ДТП. Серьезно? Серьезно, я попал в ДТП? О боже. Так. Отпусти меня, сатана. О. Так, а если встать? Да ему вообще все равно. Кстати, смотрите, я какой-то мужик, я голый мужик. Серьезно. Смотрите, голый такой мужик едет, сидит там себе, зима валит там снег, а ему поебать там. Поеду там чудеса мастерства, покажу там, как вертеться правильно, как бочечку делать. Вот. Короче, это был новый NFS Most Wanted 10. Спасибо, что смотрели, с вами был Зазепа, всего хорошего. И никогда не попадайте в подобные ДТП. Да и вообще в ДТП не попадайте. Все, пока.